стою на балконе. Такой звук был. Сейчас, наверное, еще раз повторят. Да, Изабелька, куда лезешь? Как будто воздушная тревога была, да, Изабель? Белочка. А, Белочка. Пузырики убивать? Да. А сначала как могу? Ой, как хорошо. Полетели, да, пузырики? И сюда. Изабель, танцуешь ты? Ой, упадешь сейчас. О, вот упадет эта девчонка. Давай. Ну. Ну, упадешь, Изабель. Заходи быстро. Ну, не успела я, короче, заснять звук. Был он один раз. Обычно 2-3 раза. Это был один раз. Ну, ладно. Перенеслась я на кухню, хочу сделать я сейчас пирожки с яйцом, с луком. И думаю, что еще надо, не знаю, может быть, булочки спечь или может быть какой-нибудь тортик детям. Погода на улице вообще классная. Хотелось бы, конечно, с детками сегодня еще погулять, но у меня еще, как обычно, гора неглаженного белья, надо погладить. Вот, так что буду сейчас замешивать тесто, потом делать пирожки. И не знаю, может быть, еще поотвечаю сегодня на ваши вопросы, как получится. Сегодня такой будет, наверное, сжатый влог. Ну, посмотрим. Изабель, куда вы пошли? Она сейчас тоже туда пойдет? Ну-ка, быстро назад. Я сказала туда не ехать, только здесь. Это ты не поедешь, а она убежит, он убежит. Забылька собрала рюкзачок, положила туда кружечку и не снимает. Дель бегает. Ну, вставай. Подъем. Изабель, ну-ка посмотри на маму. Красавица. Нажарила пирожков, сделала булочки, сделала тортик. Чё, ага? Я же сделала пирожки с яйцом, с луком и с картошкой. А будет тортик? Торт вечером, да. Изабель! Закройте на ночь песочницу, а кот туда придет. А мы нечаянно забыли. Папа, иди сюда. А кот придет туда, но делает дела. Папа, сюрприз. Оставим. Сюрприз вам. Папа, Изабель. Чего? Не упади. Чего? Изабель, ну-ка неси песок на брата. Чего? Изабель. Нельзя. Изабель! Обижает тебя Изабель? Да? Изабель! Изабель, ну-ка перестань. Нельзя так делать, Изабель. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка выходи. Пожалей братика. Братика пожалей. Пожалей братика своего. Пока, Изабель. Ты папе пока говоришь? Пока. Братика жалеть будешь, Изабель? Братика обидела? Ой-ой-ой. Какая девчонка. Ермачок.
где? Разберись со своей дочкой. Она у тебя как пацан. Да, Климушек? Да. Она боксер. Где они с работы стены? Что? Это не кирпичи, это наклейки. Вот эта стена. Это на стене наклеено, это не кирпичи. Это камни? Какие камни? Это пленка такая наклеена. Изабель, ты уже куда идешь? Красотка. Сейчас упадет Изабелька, да? Кататься пришла? Ой-ой-ой-ой. Смотри, Саш, что она делает. Идёшь, Изабель? Ох, это Изабель. Ты маленькая еще для такого самоката. И потом, смотри, она понесла. Изабель, маленькая девчонка, ты куда понесла самокат? Ой-ой-ой-ой-ой, пока вот не упадет опять. Так, пришли домой. Здесь у меня журналы, хочу потом посмотреть, вот, газеты, что у нас на эту неделю, завтрашнего дня, что будет. Обычно у нас в пятницу приходит вот в полиэтилене, здесь обычно Риай, Пока, бывает Пенни, когда Пенни бывает сюда не ложат. Потому что бывает не успевает, наверное, я думаю, что их печатать. Далее тут всегда вот про солярий лежит. Есть солярий, вот да, вот Пока здесь. Далее что-то связано с дверьми. И обычно здесь вот эта вот программа на неделю. Но это немецкие каналы. Мы их практически никогда не смотрим. В основном смотрим всегда русское телевидение. И вот это вот, который приходит либо в субботу, либо в воскресенье. Вот. Он тут, оказывается, журнал Пенни. Какие будут скидки. Потом журнал Нетта. Потом Эксперт. Далее. АБЦ. Интересно, хочу посмотреть на что-нибудь себе. Подкуплю на лето. Далее 3XL, это в основном тут кухни, мебель, очень дорогой магазин. Это у нас Макдональдс, Оби, потом Эдека Центральная, далее кухни тут тоже дорогие. Обычная Эдека. Еще один опять журнал с кухнями. То же самое, почему вложили. Опять Эдека обычная. Наверное, они что-то перепутали, вдвойне затолкали. Ну и это Баумарт. Вот я делала булочки сегодня, еще пекла. Тут у меня пирожки. Это у меня с картошкой. Это у меня с яйцом с луком уже. Нету. А сейчас я делала такой вот тортик. Самый обычный бисквит на 3 яйца. Что здесь? 3 яйца. Потом стакан сахара. Разрыхлитель пачка. Потом ванильный сахар пачка. Маргарин я растопила. Грамм, наверное, 150. И мука. Мука на глаз. Разлила в две формочки, один сделала белый, другой сделала шоколадный. Поставила в духовку, я обычно ставлю 180-200 градусов. Не знаю, сколько по времени печь. Я всегда смотрю этот, наблюдаю. Вот. Потом взяла вот такую вот чашку. Вот так вот сделала фолией, пакетом целлофановым. В
такую вот чашку я смешала. Здесь йогурт у меня 1,5% жирности, такой мягкий. Но он у меня без ничего, без никаких кусочков. Еще я 100 грамм сметаны добавила, потом стакан сахара, так как йогурт был вообще не сладкий и похож, в принципе, на сметану. Вот я в такой чашке взбила. Потом бисквиты 2 нарезала на кубики. Все перемешала в такой чашке. И вот сюда вот, здесь лежал пакет. Сюда все высыпала, крышкой накрыла. Постояла у меня в холодильнике, застыл чуть-чуть. А потом перевернула сюда и украсила кокосовой стружкой. А здесь я буду делать салат с крабовыми палочками. Я люблю, когда в крабовых, салат с крабовых палочек, там есть рис. Я такой люблю. Вот, так что сейчас будем отрезать и пить чай. Вот я отрезала. Вот так вот он выглядит в разрезе. Я думаю, что получилось очень вкусно. Кто сейчас пьет с нами чай или кушает, всем-всем-всем приятного аппетита!